Всем привет! Вы попали на мой канал. Перед этим я хочу вас попросить подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. Написать в конце видео вообще мнение по поводу вот такого формата. И как вы по названию, мы вот по этому названию поняли, что это... Ну, Маш, не надо. 24 часа, говорю сестре, только... Да! Да, поэтому... Мы это видео уже засняли где-то 2 дня назад, но поняли, вот сейчас я прям монтирую, и поняли, что забыли, то есть нет, не забыли, я удалила начало, случайно. И мы решили записать его. А я еще 7 книжек Закуза прочитала. Да, молодец. Кстати... И это 8-я. Спойлер. Видео получилось лично для меня. Я его сейчас монтирую, уже демонтирую. И такой атмосферный, веселый. Стробер. Такое классное видео. И надеюсь на ваше мнение, на вашу поддержку. Как я сказала, надеюсь на вашу... То есть мы надеемся на вашу поддержку. Вашими, так сказать, действиями. Вот. Поэтому, Маша, что надо сказать? Приятного просмотра! Книжка ты. Все, погнали. Хочешь с первым делом? Так. Я хотел полежать и не хочу. Погулять. Ты меня услышала? Ворую денег. Ну, я все равно хотела, поэтому да. Ура! Только если мама разрешит сейчас. Меч, молодец. Только если мама сейчас разрешит. О, ты прошу. Сейчас чем-нибудь другое, Маш. Покрасить куколки. И ей, ребят, 8 лет. Да ничего, нормально, поиграем. Короче, мы ее вчера помыли ей голову, при этом я ее помыла как себе, так замечательно не мою. Вот. Волосы вот такие сейчас. И посмотрите, как она одета. Ой, да не покажу. Тут уже показывала. Сейчас мы ее... Иди танцуй. А, ну да. Там-там. Мои волосы расчесали. Давай хвостик иди сделаем. Я хочу делать хвостик. Можно? Можно. Ну, вообще-то я тебе говорю только да, поэтому... Да. Сейчас ты так делаешь. Меч. Ну все, у нас. Какая же куколку покажу. И смотрите, какая она вот так. Угу. Надо ей еще сделать, покрасить глаза и что такое. Ладно, отнеси ее. Сейчас будешь с другой у нас делать. Что ты сейчас хочешь? Поиграть в паузу. Пауза. Давай, это будет отдельный ролик. Нет паузы. Еноты, лиса, кошка. Давай паузу играть или как? Я тебя заотключил уже. Нет паузы. Пауза. И так, да.
Нет паузы. Отбирай, отбирай, отбирай. Пауза. Я буду прикалываться. Нет паузы. Пауза, пауза. Я говорю, нет паузы. Пауза. Нет паузы. Пауза. Не хочу теперь паузу. Я сказала, отключай паузу. Что дальше? Играть в школу. Что играть в школу? Школу с куклами. И что? И будем играть и учить их. Ну, идем куколки собираем. Но не маленькие, я взяла. Да? А что ты взяла? Да меч. Пока. Думаю, же не уезжаемся. На улице поиграем. Я же говорю весь день, да? И только да. И кончик мой. Короче, мы вышли на улицу, потому что мы готовы, мы сейчас просто выйдем. Короче, мы вышли на улицу, пока что во двор мы. Лично я хочу потом пойти на стадион. Надеюсь, что он открыт. И вот. И смотри, какой пикниковый субботка. Началось, начнем дальше выходит. Ну, сюда мы сидим на обеде, да, мы сюда читаем. И мы будем играть в пиратов. Покачаемся, да? Или как? Пираты! Там собака, погоди, пойдет. А это такой. О! Бензинчик возьмем, купим себе. Я хочу попить, главное. Остальное не важно. Я тоже хочу попить и поесть. Ну, вот, сейчас мы пойдем в какой-нибудь магазин идем. Арина, я только. Она сейчас ходит. Вот. А я еще практически всегда веселая. Это молодец, сказал. Ночью была, объясняю, мой шок. Нет, раз. Короче, молнии были очень сильные. Бывает, вот что я извинюсь, проснулась, потому что у меня во сне, знаете, типа вот так мелькало, вот так вот. Я вот думаю, чё? И во сне я поняла, что это сон, и, короче, я проснулась. А сейчас я сейчас вам покажу, что вообще. Там очень сильные молнии, там на каждом шагу были молнии, на каждом миллиметре были молнии. Чтобы вы понимали, я просто стреляла в крон. Вот так вот просто. Смотрите, сандали. Нифига себе. Сандали. Сандали вызу там. Ну вот. И из этого проснулась, смотрела в окно, и там просто. Я просто чисто вижу эти молнии. А еще я видела, как молнии убили. Рядом была очень. Я даже слышала, где она гремит. У меня уши определяют, где это гремит. Не определяют. Они были где-то по времени, полтора часа. Вот. Поэтому. Ладно, давайте сменим тему. Мы сейчас идем. Я лично не знаю, куда мы идем, мы будем куда-то. Вот. Поэтому. Я вообще не хочу, чтобы это дерево. Короче, пошли мы на ПК.
Это вон качается вовсю. На солнышке. Я пошла тоже. Я тебя давай откачаю маленечко. Да руки убери. Сейчас, Маша, давай, чтобы я тебе ответила да, что-нибудь загадывай. Сколько сейчас время? Сейчас 9 часов, ну 8:58. Нам еще 5 часов ждать. Алина, мы пираты. Так что сейчас будем делать, Маш? Играть в пиратов. Давай играть в пиратов. Это мой всё. А я чем играть? А я чем играть буду? Ты будешь моим матросом или заменой? Не поняла, я замена? Что тебе делать? Ты сейчас мой матрос, и ты мне помогаешь. У-у-у! Балда! 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 Это страшно. Пойдем куда-нибудь? Я знаю, куда мы с тобой пойдем. Нет. Вот. Я же весь день тебе в тот раз говорила, да. Да. Вот. Все. Она сама слава тебе. Ну, классно вообще. Мы сейчас пересматриваем то, что я намонтировала, и она видела, что она почти везде высовывает язык, вот и высовывает. Вот ее капустница залетит. Так, это вершки и корешки. Вершки и корешки. Это медведь глупый. Медведь очень глупый, это вот не мало. Вот, я весь день говорила. Сестре, да. Ну и это тоже не говорила. Ну что, Шавасик, будем играть? Да. Будем играть, поэтому погнали. Тик-так, тик-так, тик-так. Тик-так. Алина, сюда сядь, поп. Попу сюда, а я попу сюда. Давай так как сидим. Телефон заел. Так. Так, так. Так, так, так. Сейчас будем портрет рисовать. Или что ты хочешь? Нарисуй свой рюкзак. Свет.
Сейчас мы пошли играть в бадминтон. Вот сейчас. Ну вот и все, видео подошло к концу, и вам просто нужно по вашему желанию, если вам вообще видео понравилось, что сделать? Поставить лайк, поставить, подписаться, подписаться на канал, галочку, написать, написать комментарий, на колокольчик нажать и подпишитесь на канал. Да. Вот вам это все перечислили. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии под новым видео. И как вам? Закройте. Или бабочка. Она капустный сок собирает. Ладно, не будем. У меня очень много капустник, даже больше 20. Короче. Не помогает еще. Всем всех. Всех мы любим. Если хотите еще больше видео с сестрой, то давайте пишите об этом в комментариях. Всем пока. Пока.